Приветствую вас. Вы уже задавали похожий вопрос месяц назад. Я вам на него отвечал. Вы не сделали ничей ответ лучшим, то есть не выбрали для себя решение какого-либо из специалистов. Из чего я могу сделать вывод, что работы никакой вы не проводили над собой. И хотя статус у вас, у вашего профиля серебряный, вот, тем не менее, ну, видимо, эффекта у вас немного, ну, потому что вот, как бы, при подобных проблемах нужно куда больше времени и, соответственно, средств для того, чтобы данную проблему разрешить. Значит, ну, во-первых, если говорить сразу о причинах, да, которые, значит, могут быть, то перво-наперво хочется сказать, что вот, что-то вам стало плохо в начале апреля. Это был первый симптом. Это не было как бы причиной. Это был именно симптом. Понимаете? Это был именно симптом. Не причина. А причины были раньше еще. И связан ваш страх с определенными эмоциями, которые вы испытывали либо во время приступа, ну вообще, как я понял, это очень похоже на панические атаки, то, что вы им описываете. Вот. Значит, причины кроются в другом. В неком травмирующем для вас событий, происшествий, явлений, фактом в отношениях между людьми, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот это с точки зрения психологии нужно разбирать. Вот это с точки зрения психологии нужно рассматривать, а не то, что вот вы описываете дальнейшие проявления, как вы все больше и больше там, значит, ну, заточали себя дома. Ну, например, да, вот. Ну, просто, опять же, просто потому, что так. Просто потому, что вот именно так работают психологи. Разбираются, анализируют, смотрят, разговаривают с вами. Вот. Там можно через ассоциации, можно через когнитивную психологию смотреть на проблему. То есть вариантов, в принципе, много. Вот. Вопрос заключается в том, хотите ли вы работать. Все решаемо, все, в принципе, исправимо, главное ваше желание. Вот. Обязательно к врачу, ну не только к медику, но и к психотерапевту в неврологическом центре по месту вашего
жительства обязательно, обязательно нужно обратиться туда. Вот. Значит, чтобы у вас диагностировали, либо проверили наличие какого-либо заболевания. Вот. Вот так, я думаю, можно ответить вам на вопрос. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.